все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области солнце и переменная облачность, преимущественно без осадков, днем 15-20, мороза, ночью 17-19, ниже 0. Ветер северный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, днем минус 15 в темное время суток, 17 градусов ниже 0, северный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем минус 18, ночью 19 с минусом, северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков. В дневное время минус 19, ночью минус 22 градуса. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.